Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить. Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лают пушки, словно псы сторожевые. И самолеты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и все взаправду. Вдыхаем пороха тяжелую отраву и ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой, зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня, пусть я ужасно далеко. Ты рядом, мама, держусь за нить твоей любви, держусь упрямо. Ты, мама, жди домой живым меня. Хотелось бы передать привет большой своей жене, ребенку, своим родным, близким, всем друзьям. В общем, привет, скоро будем дома, с победой. Здравствуй, мама. Передаю привет Фурсовой Наталье Михайловне по отцу Колупаевой. Ну, если есть мама, значит есть и папа. Передаю привет и папе, которого почти не помню. Живет он в Красноярске, Шумакову Александру. Папа, все нормально, можешь за меня не переживать. Я не подвожу, родину не бросаю. Мама, не болей, если что-то было не так, не обижайся, прости. Ну, такое время. До свидания, будьте здоровы. Семье привет, жене, детям. София, Анастасия, слушайте маму. Отдельный привет супруге. Ирина, если б не было тебя, не было б ни семьи, ничего. Спасибо тебе. Ма, привет! Жив, здоров! Всем привет! Я вас всех люблю, целую! Мама, передаю тебе привет. Скоро вернусь живым, здоровым. По-любому с победой. Мирного неба вам над головой, мирные жители.